Всем привет, с вами канал Артмания. Мы на даче. Вот моя коптильня. Коптим крылышки. Вот так вот у нас. Огонь с той стороны больше, потому что я в основном с этой стороны нахожусь. А туда уже ничего не влазит, в эту. Уже копчу давно. Сейчас я приближу. Вот тут вот видно, пузырится водичка. Вот, но особого запаха, что там что-то уже прокоптилось, я не чувствую. Тут еще у нас сильный ветер. Не знаю, как вам будет слышно. Ну вот, она пошла коптиться лучше. Вода не заканчивается. Прям коптится хорошо. С этой стороны даже она уже почернела. На нее, кстати, был обзор. Я не делала, не помню, не делала. Купила ее на Озоне, в закупках она есть. Пониже немножко можете посмотреть. А обзор на нее, по-моему, я не делала. Я не помню даже. По-моему, нет. Она очень качественная, добротная. И стоила нормально. Не помню, 3 или 4,5. Вот, время не засекла, как всегда. Потом покажу вам, что получилось. Не знаю. Пахнут обалденно просто. Восхитительно. Такие получились, даже немножко темноватые, как магазинные прям. Говорю тихо, потому что у нас ребенок спит. Я думаю, они получились вкусными. Сейчас я их нафоткаю. А вот, замариновывала я их, добавляла соль, кориандр и чесночок свой молотый немножко. Это укроп сушеный и все. Вот. Ну, не знаю, я думаю, они немножко недосоленые, потому что, в принципе, я мало сейчас соли добавляю. Стараемся от нее отвыкать. Вот, такие красивые. Некоторые даже вот эту вот она лопнула. Значит, она уже готовая должна быть. Такие они прям влажненькие, как магазинные. Вкуснятина. Вкуснятина. Завтра даже клубок. Да? Вот. Пошли. Поливать водой будешь, да? Да, поливай, поливай. О, одуванчики. Куда одуванчик надо муравей отнести? Муравей ползает. Смахни муравья-то. Сейчас. Иди. Одуван желтый. Куда ты одуванчики относишь? Собирай одуванчики. Ведерко складывай, ведерко. Хи-хи-хи. О, клади. Молодец. Молодец. Ах ты. Грязный теперь весь. Ой, скажи, что еще такое тут? Отряхнись. Отряхнись. Вот, вот, молодец. Молодец. Вот так, молодец. Попку отряхни. Попку отряхни, Дим. С другой стороны. Куда ты пошел, Дима? Ай-яй-яй. Я не отстираю твои носки потом. Упал. Упал. Пук. И упал, да? Пук. Поливать пошел. Поливать? Подожди, в окошко. В окошко, раз ты увидишь.
там деревья напали. Ага. Ой, 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 полетел, полетел. Ой, смотри, как он прям. Да? Ой, там весь этот полетел. Что? Пес, какой, земля полетела там. Какая земля? Ну, пыль всякая. Лицо все полетело. Может, завтра поедем? Где тебя сегодня? Ну, смотри, какой ветер. Опасно. А, да нет. Такой сад прозрачный. Ну, еще листочков мало. Он не такой густой. Еще постригли его вдобавок зачем-то. Что это тут мой сын делает? Что ты делаешь там, Зима? Поплыла. Води. Приплыла к Диме. Фу, вода грязная. Идем. Как простудишься, в воде сидеть будешь. Бассейку надо покупать. Ага. Не вытащишь его. Как мы детьми были, у меня надувной, помнишь, был? Вылазить из него не хотелось. Ляжь, помню. Благодать. Так хорошо лежишь. И тут бабуля, вылази давай. Что это такое сидишь там? Бери кораблик, пошли. А соседи он что-то бассейн. Еще не поставили, он был вроде. Ну что, они, наверное, разочаровались в нем. Нет, я не бегу совсем даже к Ване. Вы что? Я здесь. Я гуляю. А вы играете. Угу. Вот я бегу, бегу такой здесь, бегу. Здесь мячик летит, а я бегу, бегу. Я тут-то. Скажи, я тут-то. Мне даже совсем ванна не нужна. Я здесь, вместе с вами. Дима, там грязь там. По траве можно ходить. Да, я тут еще. Ой, мячик Диму обогнал. Кран закрывай, открывай воду. Давай проверим, есть вода? Нету? Нет воды. Тащит, тащит его. Тащит. Ну, рассказывай. Что ты мне сейчас рассказывал? М? Дима, что ты, что Дима маме рассказывал только что? М? Что Дима маме рассказывал? Ай-яй-яй-яй, зачем ты? Зачем ты разбросал? Складывай обратно. Складывай обратно, сына. Складывай.